Шабариус, и Мелендезов наказан судьями. То, что мне казалось гоночным инцидентом, судьи зачли виной за Форелли, и он наказан проездом по питлейну. Dino Zamparelli gets a drive-through penalty for causing a collision. He's in 12th place at the moment, and he has to come through and do a drive-through after the collision, I think, with Emil Bernstorff. Мы видим, что 19-я позиция сейчас у Николая Марцинка. 7 секунд он уже проигрывает Нельсону Мейсону. Признался Николай, что всего лишь в среду, накануне Гран-при, получил информацию, получил приглашение. Соперники гораздо лучше знают технику, показать максимально возможный результат. Тем временем Ричи Стеновый продолжает свой прорыв. Он догнал Дино Дзампарелли. Дзампарелли оштрафован, значит, Стеновый поднимается уже на 12-е место. И теперь ему остается порядка 2,5 секунд до 11-й позиции Рикардо Агастини. Напомню, в первой гонке очки зарабатывал 10 быстрейших пилотов. Manages this. He's a very intelligent driver. He's won some important races, Macau Formula 3, for example. And so it's interesting. He's not leaving the championship for nothing. He's had three wins already this year, three second places and a third. So he's a driver who we can expect to see managing this. And also, of course, he's in seventh place tomorrow. That puts him on the front row of the grid when they reverse the grid. Алекс Лин немножко потерял скорости на первом секторе очередного круга. Марвин Киркхофер начинает сокращать отставание от лидера. Напомню, что Марвин Киркхофер, хитрец из Лейпцига, единственный пилот, кто уже выступал здесь на этом.